не ты вызвала полицию? А какие были варианты? Не вызывать полицию. Я испугалась. Ты звонишь копам, те федералам. А завтра щит тут все опечатает и пиши. Пропала. Джейн! У нас стабильная гравитационная аномалия. Неограниченный доступ. Из конкурентов кучка подростков. Джейн, тебя не было 5 часов. Сколько? Что за прикол? Конечно, я мокну. Джейн. Извини, я хотела проверить, что ты настоящий. Странный выдался денек. Да, я не мираж. Куда ты пропал? Ты куда пропала? Хеймдалл тебя не видел. Я-то здесь, где ты меня бросил. Ждала, ждала, а потом рыдала. Потом отправилась на поиски. Ты же вернуться обещал. Знаю, знаю, но Биврёз был разрушен. 9 миров погрузились в хаос. Повсюду, куда ни глянь, войны, набеги мародеров. Я должен был с этим покончить. Сочиняешь складно. Даже за душу берет. Но я в новостях тебя видел. Ты был в Нью-Йорке. Джейн, я хотел уберечь тебя от опасности моего мира, но не стоило. Я был глупцом. Поскольку, верю, судьба свела нас не зря. Джейн, не знаю, что с тобой произошло, но уверен в одном. В чем? В одном. Так в чем? Что, в чем? Что? Привет! Твоих рук дело? А мы вообще-то немного заняты. Нас, по-моему, сейчас арестуют. Я сейчас. Отлично выглядишь. И все мускулы на месте. Как космос? Все в порядке. Простите? Вы Джейн Фостер? Да. Знаете его? Он мой стажер. Мой второй стажер. Это частная территория, вы проникли без разрешения. Придется проехать... Джейн! Джейн! Ты цела? Что это? Так, руки за голову, оружие на землю! Этой женщине плохо. Она опасна. Я тем более. Подкрепление! Отряд спецназа сюда! Держись крепче. Что ты задумал? Прибытием в Асгард.